Вас приветствует Алена Арес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. Сейчас узнаете, кому же вы реально очень и очень нужны прямо сейчас. Ну, смотрите, во-первых, вы нужны своей семье. Ну, если у вас есть семья, если вдруг... Ну, у всех понятие семьи разное, да? Кому-то из ваших родственников вполне возможно. Вот, а также, смотрите, девочки, важно по императрице самой себе. Вы тоже очень и очень нужны. Обратите, то есть императрица говорит, обратите внимание на себя любимую. Уделите внимание себе лично. Займитесь собой. Собой заняться — это такое широкое понятие, то есть, ну, это может быть отдых, это может быть как какая-то прогулка, развлечение, может быть поход в салон красоты или на фитнес. То есть для всех это по-разному. Самое главное — сделайте что-то хорошее для себя любимой. Вот. Еще кому вы сейчас очень нужны? Да, реально своим родственникам, своей семье, своим детям, может быть, своим родственникам. Еще кому вы очень нужны? Давайте посмотрим. Тем, кто вас любит. Вот такой неожиданный ответ карт. Да, кстати, кто-то вас любит тайно. И этому человеку вы тоже очень нужны. Не знаю пока, кто это. Так, очень нужны вы своей работе или своему бизнесу, или какому-то своему делу. Вот. Но в целом, самое было все-таки себе. И себе и своей семье. Вот. Но я так и не выяснила, кто же вас тайно любит. Человек, которому вы нужны, это ваш старый знакомый. Возможно, даже из детства. Ну, вот не хочет он показаться, потому что он от вас далеко. Выясню все равно, что же это за знакомый такой. А вот он. Получается, светленький мужчина, у которого рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза. Такой активно целеустремленный, жизнерадостный. По возрасту, ну, ровесник вряд ли постарше, скорее всего, постарше вас. Очень любит вас и очень в вас нуждается. Но нуждается не в том смысле, что ему что-то от вас надо, а нуждается в смысле вашего внимания.